Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Евгений Петросян показал, как заботиться о здоровье. Юморист поделился видео, на котором он активно занимается спортом. Несмотря на свой возраст, Евгений Ваганович находится в хорошей физической форме, благодаря врачам, которые внимательно следят за всеми упражнениями, которые он выполняет. На видео видно, как Петросян активно растягивается, бегает, раздвигает ноги и гнется во все стороны. Подписчики поддержали пожилого артиста и восхитились его стараниями. Здорово, так держать. Класс. Активный и позитивный, так держать. Браво, вот это гибкость. Молодые позавидуют. Браво, Евгений Ваганович, вот настоящий мужчина. Молодец, Петросян, здоровья и бодрости духа. Написали комментаторы. Ранее в сети появились слухи о том, в семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой разлад. Заговорили даже о разводе резонансной пары. Сын Бари Алибасова прокомментировал происходящее, отметив, что тема осень обсуждаемая, поэтому подобные сплетни идут только на пользу популярности Петросяна. Никаких официальных подтверждений информации о расставании нет. Поклонники уверены, что это как раз была попытка привлечь внимание. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.